Kia приготовила для нашего рынка сразу несколько новинок. Первым делом российский офис похвастался сертификатом соответствия на кроссовер Sorento 4-го поколения. Скоро будут опубликованы и прайс-листы, так как старт продаж запланирован на 4-й квартал этого года. У нас появятся только две версии. Первая со старым 180-сильным атмосферником 2.5 и 6-ступенчатым автоматом. К слову, точно такая же связка полагается свежей Sonata. Второй агрегат – это абсолютно новый турбодизель отдачей по 200 сил. С ним агрегатируется не классический автомат, а 8-ступенчатый преселективный робот из категории мокрых. У нас Sorento предложат и с передним, и с полным приводом. Также будет возможность выбрать между 5- и 7-местным салоном. Напомним, что Kia Sorento стал первым кроссовером, построенным на новой платформе. Автомобиль подрос во всех направлениях чисто символически, на сантиметр, хотя колесная база вытянулась почти на 4, благодаря чему модель стала просторнее. Другую новинку минивэн Kia Carnival придется подождать дольше, до следующего года. Хотя некоторые СМИ сообщают, что первую такую машину уже видели на дорогах Москвы. Это значит, что представительство сейчас занято ее сертификацией. Ни о моторах, ни о компоновках говорить пока не имеет никакого смысла. Все это будет раскрыто намного позже. Хотя, например, в родной Корее новинку только что предложили покупателям. Пока же освежим память тем фактом, что на смену прежнему карнавалу приходит нечто новое. Не просто минивэн, а Grand Utility Vehicle, то есть большой утилитарный автомобиль. В новом формате этот Kia стал похож на кроссовер. Впрочем, главная примета любого вэна – сдвижные задние двери – сохранилась. Сама машина стала несколько крупнее, и это хорошо, ведь самая вместительная версия карнавала вмещает 11 человек на 4 рядах сидений. Еще существуют варианты на 9 и 7 пассажиров, включая водителя. Немного раньше других покупателей обрадует обновленный седан Kia Rio. Полноценная премьера впереди, а пока опубликованы несколько затравочных снимков. На первый взгляд, рестайлинг будет достаточно серьезным.